Доброе утро. Уже оделись почти. Тома с утра иногда капризничает. Сегодня плакала, плакала, сейчас веселая бегает. Правильно Света говорит? Она у вас не ходит, она у вас только бегает. А, Тома, ты у нас только бегаешь? Заводи, папочка, заводи, сейчас будем одеваться. Нифига не стыдно. Носки тепленькие одевайте. Она тоненькие одевала. Мама, иду. Потому что надо было носки опять перебрать. У нас же тоненькие внизу или наоборот? Тоненькие. Вверху, а у вас опять все перепуталось. Фу, Тома. Томе тоже надо прическу делать. Вот еще резинку. Ага. Мама. Да. Наверное, знаешь что? Говори. У нас, когда мы на зарядку ходим, мы бегаем, и все у нас в шортах. Некоторые не в шортах. У тебя, кстати, и платьишко там лежит, в садике и все. Это такое. Ой, дочечка нет. Милая. Санечка, может тебе тоненькие носочки, как у Жени? Ой, эти колготочки. Неудобно тебе, смотрю, одевать. А? Эти будешь одевать? Ты носочки опять вниз одела, да чушь, нет? Нет? Надевается все на полу. Санечка, тебе помочь, доча? Сейчас, милая. Я еще секундочку сниму. Ой, красивый. У нас одна Алина ходит, как на картошку всегда. Как будто вот одеть нечего, доча. А? Почему? Есть. Так я и говорю. Денечки. Футболки и штаны. Футболка и штаны. Я вчера в платье была. Да? Да. Точно в черненьком. В коротеньком. И Даринка, ты сегодня в платьишке. Надо фотографировать вас, как вы утром одеваетесь. Мама. А, ты еще одеваешься? Боже. Что ты там делаешь, доча? Кота расчесываешь. Кота. Кота расчесываешь. Так. Ну-ка, хватит, тихонечко. Папа пошел уже машину заводить. А мы потом будем волосы ей расчесывать, да? Она сама его расчесывает. Ну, а нянька у нас какая строгая. Тома, убрала расческу эту? Нет. Тишку не надо. Не надо тишу, да. Тиша маленький. Маленький. Ну все, будем собираться дальше. Сейчас Тома начнет капризничать. Отдай ей. Да? Пойдем причесочку делать. Готовлю. У меня картошка тушеная будет. Картошка тушеная с мясом. В общем, снимаю, сама туда смотрю, а камера в другую сторону. Достала кувшин, потому что мы купили новый фильтр. Весной вода вообще у нас плохая. Пока Вася не поставил туда фильтр на воду. Может быть, в марте. В общем, пока мы будем пользоваться вот этим кувшином. Купили новый. У нас давно есть, но мы в основном весной как-то пользуемся. И составила Вася список, что нужно купить. Он сейчас... Через час примерно поедет за Андрюшей и заодно купит продукты. Мы продукты покупаем каждый день. Все равно ездит как бы за Андреем там. Раз в месяц примерно покупаем много. Вот пока никого нет. Хочу разобрать все-таки мое лекарство. Ударки даже не буду трогать. Сама придет, пусть разбирается. Иначе я что-нибудь выкину ее тут. Она потом будет куда дели. В общем, сама придет.
и разберется. Я только на своих полках приберу. Хочу лекарства маленько повыше передвинуть вот туда. Вот. А там шапки так и оставлю. А здесь, наверное, вот здесь нанизу я положу вот все наши фотоальбомы. Здесь вот детей портфолио лежат у нас. Там вот лежат мои книжки по заготовке все. Ну, по заготовкам, по рецептам. Раньше собирала, за столько лет, конечно, все это накопилось. Там у нас еще лежат фотографии детей в рамках. Раньше они у нас висели на стенах, а что-то сейчас вот только вот здесь вот немножко стоят. А здесь вот я новые уже мы напечатали. Вот. Ну, в общем, займусь, пока лекарства переберу. Вот. Тиша, ты будешь мне помогать? Нет? Тимофей, маленький, тебе скучно? Ходит из комнаты в комнату. Прям за мной следом. Даже захожу я в туалет, у нас там картошка лежит, и он шкрябается и идет за мной в туалет. А? Нету никого? Тебе скучно? Да? Маленький. Скоро придет уже. Скоро Андрюша придет. У Андрюши кошка, он постоянно к Андрюше лезет, нюхает его. Ладно, буду прибираться. В лекарствах. Что у меня из лекарств есть? Ну, тут давление мерить. Это все надо тут, конечно, перебрать. Мази согревающие, потому что здесь вот много, ну, в основном все для детей. И вот сейчас тоже сроки годности все переберу. Тут трава часто покупаю. Миримистин. Вот это вот все для детей. И я стараюсь, чтобы у меня было. На всякий случай, чтобы, ну, мало ли там что. Тест-полоски здесь, это все для меня. Ну, и здесь вот тоже надо перебирать. Вот видите, тут вся лор даже не открытый. Борная кислота, вдруг там что-нибудь. Вот здесь вот тоже. Все, надо еще пересмотреть сроки. Тут таблетки. Ну, и в общем. Мы бывает даже, если вот... сильно начинается хондроз, у меня особенно, мы друг другу с Васей умеем ставить уколы. Вот. Ну, тут в основном еще есть вот наши, которые мы там мазями пользуемся. Сейчас все буду перебирать и половину выкину. Вот. Потому что уже давно не порядок не наводила. Больше полугода, наверное. И надо сроки годности посмотреть, все повыбрасывать. Ну вот, так вот это сейчас выглядит, ненужные. Наверху положила, здесь вот лекарства. Я почему, у меня были здесь фотоальбомы, но дети могут сюда залазить, и они постоянно их трогают. Ну не знаю, может сейчас уже у них интерес пропал, что они не будут здесь лазить. Я их прятала вот туда наверх, чтобы они их не тягали. Все равно маленькие есть маленькие. Не удержалась, сюда Рина маленько прибралась. Ну, попрошу ее, чтобы она перебрала там свое все. Вот столько у нас это все и ненужного накопилось. Вот тут еще там вот немножко прибрала. Здесь у нас теперь будет полка, где... детей игрушки будем сюда складывать. Ну, не игрушки, а которые там бумагу цветную, картон цветной. А остальное все так и оставила. Я тут уже привыкла, мне удобно, пусть так и будет. Тома, только что тут верещала, красиво уже все перестала. Ай, умница, играет с Дариночкой. С нянечкой, да? Балуется всяко. С какой руки у Дарины сегодня? Поздоровайся всем. Здравствуйте. Брали сегодня в школе кровь из вены. Да.
Угу. Справа. А почему-то у Алины с левой брали. У некоторых с левой, у некоторых с правой. Угу. А на менингит, говорят, берут, да? На менингит? Алин? Настя, не успели. А, взять кровь из вены. Не хватило пробирок у них. Вот, пришли, разделись. А, дети, пришли, разделись, все накидали. Все. Это наша мама. Ой, игру придумали, в шифонере спрятались. Что вы там играете? В Андрея телефон? Да. И как вы там втроем поместились? А вот так вот. Не садись Андрею на ноги. Я не сажусь. Секрет. Тут место есть. Секрет Тамара надо знать. Да, секрет Тамара надо знать. Молодцы. Для нас мама, а для него тетя мало. Правильно. Ладно, пусть играет. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Ой, кругом игрушки накидали. Да? Накидали, говорю, кругом игрушки? Да. Алина сегодня дома, потому что сегодня баня. Да? Куда ты пойдешь? Пока баня затопится, пока голову помоешь. Вечером помою. Только бы гуляла. Ну что за игра такая, Женя? А что это? Из-за Жени не получится снять дома. Почему? Очень-очень важное задание. Важное? Нельзя его даже знать. Это. Которая сейчас развяжется. Муха-цикатуха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самого. Стакана выпивали. А букашечки Муха-цикатуха позолоченная. Муха по полю пошла. Муха денежку нашла. Пошла муха на базар. Женечка, ты хоть маленько расскажи. Иди сюда, доченька. У меня тут важная работа. Сейчас доделаю работу и пойду. Спасибо. Пожалуйста, доченьки, кушайте. Ну как у вас сегодня у всех день прошел? Хорошо? Хорошо. И у меня просто тоже. Супер. Успели и почитать, да? Дариночка, давай передадим приветы нашим девочкам. Ну ладно, живи. Хотим передать привет Шахан, Ай, Вике, Алтанам, Сане. Ну покажи мне. Привет и нашим девочкам любимым, Шахан Айбике и Алтана Сан. Такие имена красивые, да? Угу. Шахан и Алтана. Здоровья вам, удачи. И я думаю, вы учитесь. Успеха вам в учебе. Одни пятерочки, чтобы у вас были. Поверни, дочушенька, с той стороны. Тебе, Дарина, привет. От Ирины Мышляевой. Спасибо. Угу. Тоже привет. Хорошо.
Вот так у нас день прошел, изо дня в день. Но у нас сегодня, по-моему, последний день был мороз. И завтра будем кусать блинчики. Где? Садиком. А, я сегодня не жарила блинчики. Я делала оладушки. Ну, оладушки дети уже все перетаскали. Это без... типа блинчики. Только маленькие, да? Блинчики. Угу. А у вас нет. Даже не стали ждать. Говорю, давайте с вареньем. Нет, мы так. Бегали, все перетаскали, переели. Ну ладно, доченьки, давайте скажем до свидания. До свидания. Ага. До завтра.